Why must you mortals shatter the balance that has been so carefully preserved? В последнее время Корея стала мировым лидером по производству онлайновых ролевых игр. Такое впечатление, что половина населения страны создает MMORPG, а другая половина играет в них. Однако корейские многопользовательские ролевки пользуются большим спросом и на Западе. Один из потенциальных хитов носит название ArchLord. Его релиз намечен на осень. На первый взгляд, игра как игра, ничего особенного. Однако при ближайшем рассмотрении проект начинает нравиться. В конце концов, только эта онлайновая ролевая игра даст возможность стать правителем целой фэнтезийной вселенной. Пусть даже и не навсегда, а всего на месяц, но все равно приятно. Итак, действие ArchLord разворачивается в мире Чантра. Игра создается на улучшенном движке RenderWar, так что за визуальную часть можно не беспокоиться. Разработчики, как всегда, обещают нам эпическое приключение. Основной акцент сделан на систему игрок против игрока, рассчитанную на командные бои. Объединившись в партии и целые гильдии, игроки отправятся на поиски античных артефактов, оставшихся от древней цивилизации архонтов. Каждая найденная или отвоеванная реликвия дает ее хозяину новые суперспособности. Набравшись сил, геймеры отправляются на штурм одного из трех замков. Каждый из них охраняется как Форт Нокс, где, как известно, хранится золотой запас США. Если игрокам удается пробиться сквозь полчища монстров и охранников замка, они становятся архонтами и попадают на арену, где начинается настоящая мясорубка. В схватке каждый сам за себя, ведь цена победы – власть над миром. В бою участвует и действующий монарх Чантры. Только победив его, ты получишь корону, правда, не дольше, чем на месяц. В ArchLord представлены 8 классов персонажей и 3 расы. Привычные люди, орки и эльфы. Неважно, стрелок ты, рыцарь или маг, у тебя есть шанс стать правителем. И когда тебя коронуют, зазвучит торжественная музыка, записанная специально для игры знаменитым лондонским симфоническим оркестром. Each Oath Brother took one talisman upon himself to maintain the sacred balance and to create a new harmony between the races. But now, in a time of the sons of their sons, mortals have cast aside the oaths of their forefathers and are blinded by the lust for absolute dominion. For there can be only one Arch Lord.